Добрый вечер, Хакасия. Добрый вечер, юг Краснодарского края. Добрый вечер, город Абакан. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан-24. Радиостанция Абакан-24, 7106. Наша волна в диапазоне УКВ. Не работает, да, сейчас, как я понимаю? Или заработала? Алина Его, режиссер прямой трансляции, работает. Приветствуем наших тогда и радиослушателей сегодня. И, конечно же, интернет, зрители, нет, радио все-таки не работает, новая информация. Ну, да, работает когда-нибудь, надеемся. И интернет-трансляция, вот она точно идет сейчас на портале YouTube, канал Абакан-24. Это программа «Во время». И сегодня мы работаем до 8 часов вечера, а там власть перейдет в руки мэра. Алексей Лёмин будет отвечать на ваши вопросы, если вы ему их будете задавать. А наш телефон 22-41-18. Я надеюсь, будете звонить. Еще внизу идет телефон наших мессенджеров. Это WhatsApp принадлежит компании Meta, запрещенной в России экстремистской организации. И Viber тоже по этому же телефону. Telegram, там же вы увидите его название. Можете писать свои вопросы. И я думаю, вам есть что спросить сегодня наших гостей. У нас легендарные, уже можно сказать, музыканты нашей республики. Национальная гордость Хакасии. Это... Я забыл, представляете, Тимур Кирпиев. Ой, господи, все, старость меня дома не заставит. Тимур Кирпиев, хорошо вы его знаете. В нашей студии товарищ, который работает... Студия. Арт-резиденция Арон. Да, студия. Я ее называю Арт-резиденция Арон. Это такая студия, это такая арт-резиденция, которая помогает молодым начинающим музыкантам, и не только молодым, стать настоящими хакасскими звездами. И Аржан Тодош, правильно сказал, хоть ударение-то? Да. Ну, это группа Ирина Хан сегодня, да? В этом вы качестве у нас, Аржан. Да. Да. Что мы делаем с вами? Мы сегодня говорим о концерте, который пройдет завтра в нашем городе. Один из редких концертов группы Ирина Кхан. Редко же вы выступаете теперь. Почему? Хотите, чтобы зрители соскучились? Да, конечно. Вот так они играют на наших нервах. И расскажем еще кое о чем. И разыграем пригласительные билеты на этот концерт. Да, как конечно. Я понимаю. У нас два штуки их. Да. На две персоны каждый. Нет, на две персоны просто. А, то есть один пригласительный, один человек. Два человека, вот на один такой пригласительный. А, да, в общем, они тут сэкономили на нас. Ну, что сделаешь? Все равно же вы звонить не будете, да? 22-41-18. У нас... Ой, инструмент падает. Не падает, нормально. Итак, Тимур, расскажите, что за идея концерта, почему именно завтра, почему посреди недели, почему в среду? Ну, концерт вообще мы планировали еще осенью. Вы же режиссер-постановщик этого концерта? Я больше как, не знаю, постановщик, наверное, больше как, наверное, как продюсер выступаю, то, что занимаюсь рекламной кампанией, концертной программой, как бы, и группой Ирина Кхан сейчас прославляю на... интернет-портале, там, в социальных сетях, как бы пытаюсь сделать рекламу, но больше как маркетолог работаю сегодня на этом концерте. А так у группы Ирина Кхан самостоятельная сольная программа, где они сами репетируют, сами режиссируют. Mm-hmm. У них это все очень шикарно получается. Я думаю, влазить туда какому-то другому человеку лучше не стоит. Если ребята сами могут, они действительно выдают качественный шоу, и посмотреть на них вот прям стоит. Как бы. А я вот схожу завтра. Ну и постоянные зрители же есть у этой группы, фаны, так сказать, фанаты, поклонники. Аржан, это ты должен отвечать сейчас. Ну-ка, я что-то вопрос отвлек меня. В общем, я для чего-то тут сижу, говорю, сам не понимаю, для чего. Говорю, поклонники-то есть, которые из концерта в концерт к вам приходят? Ну, бывает, да, бывает. Гениальный, конечно, ответ. Бывают у нас и поклонники. А так к нам вообще не ходят. Сами мы не местные, поможите, чем можете. Не ходят. Спасибо. Спасибо всем, что ходят. Вы недавно представляли наш регион, нашу Хакасию в Москве на этой знаменитой выставке «Россия», которая, можно сказать, из каждого утюга уже прозвучала.
на всю страну. И вы там пели как сольно или в том числе и как Ирина Кхан? Я шел и сольно, и еще раз. Возил своих ребят в группу «Архай». «Архай», а, да. Вы приходили к нам как-то. Да, и все. Ну, они, наверное, вообще там «Вырви глаз» делали москвичам. Да, фурор провели. Там здорово их встречали. Ну, прямо. Договор о сотрудничестве с господином Собяниным подписали? Или с его министром культуры? Ну, сказали, что приезжали к концерту. Все. Там и расходы, чтобы на себя они взяли по организации концерта. Это уже как переговоры пройдут у нас там. Не, мне вот приятно, что все-таки Хакасия более узнаваемо становится. И разные, главное, разные звездочки попадают. И звездочки, это я так просто сказал, для красоты. Звезды. Понятно же, что звезды. У нас сегодня должна была еще и быть в гостях ваша солистка. Да, приболела. Назовите ее. Юлия Тинникова-Чепашева. Да, но завтра она будет на концерте? Завтра будет. Обещала прийти. Да. Просто вот у нас ее в программе нет, потому что бережет девушка голос. Голос, да. Ну и чтобы не схватить заразу всякую. Тут полно заразы. В переносном и прямом смысле этого слова. Мало ли какие вирусы летают. 22:41:18. Кто сегодня из вас поставит в тупик Тимура, Аржана, меня не надо, я и так постоянно в тупике, видите же. А тот получит пригласитель на завтрашний грандиозный концерт. Единственный он? Да. Когда следующий теперь будет? Вот неизвестно. Вот даже неизвестно, когда будет следующий концерт, поэтому только завтра, если у вас возможность, во сколько? 18:30. В половине седьмого вечера в... В Большом зале Центра культуры. В Большом зале Центра культуры имени Кадышева. Приходите в половине седьмого. Что дома-то сидеть, сериалы смотреть? У нас вот живая музыка. Давайте послушаем тогда, что вы сыграете. А вы набираем, дорогие друзья, трубочку 22:41:18. Так, еще раз, как называется ваш замечательный инструмент? Я постоянно это спрашиваю, постоянно не могу запомнить. Давайте я отодвину, если надо. Этот инструмент называется вообще «ых», но у меня это «матерых». «Матерых» — это богатырский. Большой, да, но я вижу струны такие толстые. Да. Из чего это вот сегодня струны? Ну, нейлон. Тоже нейлон? Угу. Они прям как какие-то жилы, оленьи. Ну да, это полная получается... Как заменитель жил как раз-таки. Мы наслаждаемся, вы тоже попробуйте вместе с нами. Аржан Тодаш великий.
какой страдание? Что это за страдание? Это не страдание. Да. Голова? Эпичность. Все-таки болит, да, у вас горло? Горло болит, да. Ну как, ну да, есть такое. Сможете завтра-то дать жару? Ну, придется постараться. А у вас эта вот группа Янек Хан, вот ее направлены, вы больше заточены под эстраду? Ну, нет, рок. Ну, я это имел в виду. Этно-рок. Вот, смещение национальных инструментов вот с рок-инструментами. Так. Давайте сюда уже афишу, а то вы там шуршите. Тимур принес афишу. Да. Почему такие маленькие афиши, Тимур? Вот все время хотел вас спросить. Это нормальная афиша, формат ответа. Надо вот такие. Вот если бы вы сделали афишу, ну вот, примерно полтого квадрата, мы бы ее у себя украсили в студию. Давайте я буду показывать. Оператора, верните мне, пожалуйста. Ну вот мы хотели вообще вам подарить это. Да вы что, тогда здесь, с автографами. Здесь автографы от каждого артиста. А, есть? Да. Господи, я еще и слеп стал. Стар, слеп, глух. Держите, это вот ваше. Спасибо, спасибо, парни. Я повешу куда-нибудь. Здесь не оставлю. Это же раритет. Вот она моя дорогая, да, прибывшая? Да. Юля. Юля, да. Жаль, что мы не услышим сегодня Юлю. Слушайте, а у вас вот ярко выражены... Хакасов-то всего два. Ярко выраженных. А почему тогда Ирина Кхан? Да, почему? Три. Вы этого мальчика имеете в виду? Он больше кавказец. Правда же. Нет, тут хакас. А хакасы вообще, они раньше были рыжими и голубоглазыми, как говорят историки. Хакни, я, Леник Нучи, упомянутый институт. У нас грядет продолжение их скандала. Вроде бы все хакас. Они сказали, что они все хакас. Не, ну мы все мы не хакасы, как Виктор Михайлович нас Никнуча упомянутый назвал. Мы хакасцы. Хотя хакасы, помню, очень обижаются на это слово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Седьмого надо. Чтобы 7 часов удачи. Где-нибудь в центральных проектах телевидения участвовали в этом сезоне? Нет. Почему? Что значит нет? Где-то же я слышал. Да, Семенович приезжала, снимала что-то там. По всему свету. Да, по секрету всему свету. По секрету всему свету, да. Что вы ей показали, и, кстати, она же... Так, все, показали афишу с вашими автографами. А она же уехала что-то не в настроение отсюда, это не вы ее обидели? Вроде бы все хорошо было. Как она вам показалась? Хороший, позитивный человек. Красивая? Вблизи? Да. А она не пела с вами? Не пробовала? Ну так, маленько подпевала, да. Ну и что с ее вот голосом вживую? Хороший голос. Хороший голос, да. Взяли бы в свою группу? Конечно. Внимание бы отвлекало. Вот за эти слова, Юлия, если вы нас смотрите, завтра сделайте ему какую-нибудь фальшивую нотку. Но только чтобы понял именно Аржан, а зрители не поняли. 22, 41, 18. Не звонят. Не звонят люди добрые. Как всегда, наши дорогие телезрители не хотят. Покажи, дайте мне пригласительный. Смотрите, какой замечательный пригласительный. На завтрашний концерт. И группа Ирины Кхан, которая очень редко дает в Абакане концерты. 8-й ряд, 3-е и 4-е место. Да, 8-й ряд, это центровой в нашем центре Кадышева. Красивый пригласительный. Тоже себе оставлю. Завтра программы не будет. Рима пишет. Да, я видела клип с этими музыкантами. Музыка шикарная. Вы клипы записываете? Рима у нас в чате написала. Один клип есть у нас. А, так, Тимур, это опять вопрос к вам. Вы обещали популяризацию, в том числе визуализацию наших хакасских исполнителей. Вы как продюсер, что сделали для того, чтобы клипы попали в какую-нибудь ротацию Ирины Кхана? Ну, не знаю, как бы, но сейчас, не, если говорить, то не Ирина Кхан, как бы, вот 25 ноября мы провели конкурс современной хакасской песни. Да-да-да, и почему-то у меня ни одного победителя не было, я только фотографии смотрел.
Не было, я сказал. А он есть. Ну, там же еще 150 тысяч какая-то женщина выиграла. Да, гран-при. Гран-при. Тамара Чистеева забыла. Она откуда? Здесь, в Абакане она живет. Что-то я ее не слышу, главное. Потому что она в основном преподает именно чистхану музыку. Работает с детьми, со студентами и слишком занята. Как бы. Тут мы ее практически уговорили, чтобы она поучаствовала в конкурсе. И главное, что она не прогадала, потому что преподавателям ей пришлось бы дольше работать, чтобы получить такой приз. Давайте звонок наконец-то послушаем. Добрый телезритель, надеюсь, нам позвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Владимир. Очень приятно, Владимир. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, здравствуйте. Владимир. Вы в трубку говорите, не слушайте телевизор. Сейчас я его маленечко убавлю, чуть-чуть. Да, потому что по телевизору звук задерживается, а в телефон вы нас слышите сразу. Хорошо, спасибо, все убавил. Вечер добрый. Очень рад видеть таких знаменитых, великих музыкантов у вас в вашем телевидении. Тем более завтра это можно будет увидеть и услышать вживую. Это вообще прям великое событие. Да, а нам никто не звонит, представляете? Ну, может быть, не все могут в это время смотреть телевизор. А что в это время еще делать без 28? Ужинать с семьей. Так и включите телевизор и принимайте пищу. Вы сейчас что делаете? А вот мы сейчас как раз ужинаем и смотрим новости. Я не скажу, что постоянно, но я стараюсь смотреть ваш канал. Ну, правильно, смотрите на вот именно программу «Вовремя». Другие пропускайте. Я надеюсь, никто это не услышит. А мы несем людям радость и счастье. А что вы знаете о группе Ренек Хан? Вы вообще бывали на их концертах? Вы знаете, это очень уникальная группа. Бывать не приходилось, но я слышал много о них. И у меня есть записи с интернета, я смотрел. Ого. Я, кстати, видел то, что они были в Москве на презентации нашей Акасии. Угу. Вот это я видел в новостях, причем не в наших региональных, а что-то, по-моему, вот, я брать не буду, по-моему, на втором канале его показывали. Канал «Россия», может быть, вполне, да. Вот, я сейчас их увидел и прям доволен, что люди наши приехали к нам домой, скажем так. Так, мальчики, а вы будете молчать или я один? Вам звонят-то? Ну, так-то да. Поговорите со своим поклонником, Аржан. Аржан? Узнал голос, нет? Не узнали? Видите, не подставной звонок, да? Нет, ребята, какой подставной звонок? Вы зря так думаете. Ну, очень хорошо. Вам сколько лет? 53 будет через неделю. Даже меньше, 8 декабря. Вот. Очень хороший повод. Вы уже, можно сказать, претендент тогда на пригласительный. Вы, как Владимир Ильич Ленин, родились только 100 лет спустя. Да, 100 лет спустя, совершенно верно. Ну, он апрельский, видите, а я декабрьский. Ну, вас и Владимир назвали, наверное, в честь Ленина. Ну, как бы я не могу этого утверждать, такой момент. Ну, Николаевич так-то я. Надо было сына назвать. Сын у меня тоже Николай. А был бы Николай Владимирович. И Данил Владимирович. Знал бы, мог где упасть, так соломку подстелил. Спасибо вам, дорогой наш телезритель. Оставьте номер вашего телефона. А наш вот сейчас вас выводят из эфира. Вы можете сказать спасибо ребятам. Скажите. Спасибо ребятам, что посетили нас. А номер вашего телефона оставьте нашим администраторам. Сейчас там с вами по трубке. Не кладите, в общем, трубку. С вами поговорят. Дадите номер. Если что, мы его объявим в конце. Последние 4 цифры вашего номера. Завтра зайдете за пригласительным. Скажем, где забрать, вернее. Спасибо за звонок. 22-41-18. Ну, какие это сегодня это? Тимур не улыбается. Я понимаю, проблем много. Абакан это не Москва. Они еще в Москве живут. Понятно, там все блестит, сверкает. А у нас только снег опять припорошил, лед. Падали уже? Чуть не упали. Раза два, наверное. Пойди на входе в нашу контору. Нет, тут все засыпает снегом, накатано все. И да, лед прикатывает. Сейчас представляю, сколько мэров будет вопросов через 20 минут в эфире.
Записали мы ваш телефон, Владимир, 22-41-18. Звоните, еще позитивные люди нам. Нам только позитивные нужны. Так вот, мы 25 ноября провели конкурс «Ян». Это первый конкурс современной хакасской песни. Да, самый первый. Русские могут там участвовать? Да, у нас. А казахи? Да. Главное, чтобы на хакасском языке пели. Главное, на хакасском, да. У нас участвовала одна девушка русская, ну, уже хакасская уже получается, Кожаная Ирина. Она пела песню на хакасском языке, спела без акцента, все четко, красиво. Ну, песня очень хорошая, тоже в рок-а-мале. А трансляция телевизионная будет где-нибудь? Видео мы, есть? Мы снимали полностью весь концерт, попросили ребят. И в скором времени мы выложим. Смонтируете, да? Готовый фильм. И сразу ко мне в студию. Будем какую-нибудь одну из пятниц посвятим. Но я так понимаю, петь мы тут опять не сможем. Развивается телеканал. Но, по крайней мере, видео, надеюсь, покажем, да? Да. Давайте послушаем следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в эфире? Спасибо. Говорите, не могу говорить. Громче. Здравствуйте. Да, Я бы очень хотела попросить руководство филармонии, чтобы Аржану Туденеву дали звание заслуженного артиста Республики Хакасия. Это очень знаменитый по всей России человек. Очень знаменитый музыкант. И поэтому я очень-очень хотела, чтобы филармония обратила на это внимание и дали бы ему звание заслуженного артиста Республики Хакасия. Спасибо. Спасибо вам, Светлане Окольниковой. Светлана Анатольевна нас просматривает, особенно когда вы к нам приходите в гости. Точно знаю, 100%. А почему нет? У кого звание есть у вас? Нет. Вообще ни у кого? Но даже я уже заслуженный работник культуры, еще при лебеде им стал. Я еще мальчиком был, можно у нас, сказать. Видите, у нас там же идет, как получается, отработка, количество отработанных лет. Да глупости это, творческие заслуги. Ну, это есть не пенсия. Такие, да. Так, на Аржана представление пишите. Я знаю, как это. Пишите от трудового коллектива представление в правительство республики сразу. В правительство. И все, и Валентину Коновалову перед Новым годом на подпись. Понятно. Не, ну правда, ну человек везде и выйдем. Ничего не знаю. Что бы были в следующем году, это наше новогоднее пожелание. Следующий звонок. Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Я часто бываю на концертах группы Ринек Хан. Ну, когда они бывают, они не так часто бывают. Да. Но я стараюсь посещать их концерты. Аржан большой молодец. Спасибо. Я вообще восхищена им. Он талант, он умница, он великий человек. И вообще у них все молодцы в группе. А у Юли просто волшебный голос. Юля у них волшебная. Да, очень жаль, что приболела девчонка. Спасибо вам большое, добрая женщина. Вы, к сожалению, не представились, поэтому так к вам обращаюсь. Да, у нас в WhatsApp. Вы в каких войсках, Тимур, служили? В внутренних войсках. Вот вам пишут: здравствуйте, Тимур. И в армейские будни он спасал своими творческими идеями. Молодец. Привет от сослуживца Дмитрия. Дмитрий сослуживец. Не знаю, фамилии нет. Ну да, как бы, когда служил... У нас, правда, было 100-500 Дмитриев, да? Нет, как бы, ну, если земля, как бы, Дмитрий. Вместе уезжали, вместе приехали с армией, получается. Общаетесь до сих пор, да? Ну да, так встречаемся, в соседних домах живем. А, так вы соседи. Да, и как бы, ну... Нет, чтобы вот вы все-таки не тот продюсер, нет, чтобы для интриги сказать: а, это вы сослуживец Дмитрий, который нам сейчас из Австралии написал. Судьба его туда по внутренним делам забросила. Он сейчас там в Сиднее живет. Да? Ну, круто. Я шучу. Не, на самом деле мы там тоже в армии каждый Новый год приходилось организовывать там различные... Сценки, миниатюры. Мне интересно, а кто у вас Снегурочка был? У нас один раз была Снегурочка-негр, получается.
мы ее парни измазали гуашью, получается, черной полностью. Но девчонка? Нет, парень. Мариец. Ничего себе, у вас дедовщина-то процветает. Да, это если что, не фейки об армии, на всякий случай говорю. Это было просто изъявление каждого желающего, как бы. Получается, ну... Он просто хочу стать афроамериканской снегурочкой. Нет, мы как бы... Я подкинул идею, они подхватили, как бы начали работать. Откуда у вас 18 лет такая идея? А я не знаю. Черная снегурочка. Не знаю. Тайные желания какие-то нам. Ну, это же захотелось там чего-то такого новенького. Чего-то такого неординарного. Тем более, это экзотического. Ну, было очень смешно, очень весело. Ребятам вообще прям они хохотали прям до упада. Ну, Дим, привет. Арчан, а какую песню ты пел на этом конкурсе первом хакасской песни? Хоть так, чуть-чуть, можешь напеть? Песня называется «Хараюс», автор песни Мария Янгулова, и слов, и музыки. Получается, мы сами делали аранжировку, ну, как сами я и Антон Воронин вдвоем. Ну, и с Юлей вот Тинниковой, Типашевой, мы ее спели. Про любовь хоть? Про речку. Про речку? Да, «Хараюс». «Юс». Есть белый юз, а это черный юз. Вот. Кстати, очень шикарная композиция. Аржан стал лауреатом первой степени на конкурсе. Угу. Чуть-чуть не хватило до гран-при. Но песня была прям очень хорошая. Ему все хватило, он просто как джентльмен уступил Дани. Мы потом подготовимся, принесем видеоматериалы. Угу. И одну из пятниц мы займем первым хакасским конкурсом песни, эстрадной песни. Обязательно. А на хамути, я правильно говорю? Да. Сыграешь нам сегодня, а то время-то идет. Ну, давайте. Ну, вот она, краешек сулась. Аржан Тодыш, не побоюсь этого слова, у нас 7 минут, и я напоминаю, что уже завтра, мы вот сейчас так камерно сидим, да, если это можно про нашу беседу сказать, но завтра во всей своей красе великая группа Ирины Хан, гордость национальная нашей республики, даст свой последний в этом году концерт, но я надеюсь, не в новом тысячелетии нашем, да, еще хватит же сил. И пороха. Сольный концерт большой группы Ирины Хан
в нашем центре имени Кадышева, большой зал, в 6:30 вечера, в 6:30, не сидите дома. Ребята очень редко дают концерты, и у вас есть великолепная возможность им поаплодировать, желательно стоя. Ну и не скупиться на цветы, Юле будет приятно. Да и Аржана, тебе нравится, когда тебе приятно, когда дарят цветы? Ну. Мне их не дарят, когда Аржан тебе поблагодарит. Ну, да, конечно. Любой подарок всегда приятен же. То есть лучше не цветы, а что-нибудь существенное. Я такого не говорил. Ну, я говорю, я-то могу. Чтобы на память осталось. Самое главное – это прийти на концерт и получить удовольствие, потому что, возможно, мы скоро уже пойдем на пенсию, как бы нам уже 17 лет, мы уже существуем. 17 лет? Mm-hmm. Да вам повезло еще только 17. Добрый вечер, давайте звонок послушаем, а потом расскажите рецепт вашей молодости. Добрый вечер! Алло, здравствуйте, добрый вечер! Здравствуйте! Дорогие жители нашей республики, гости, я приглашаю вас всех завтра на концерт к нам. Юля, шпиль. Алло. Да, да, это я. Просто... Юленька, ну хоть по телефону. Солнце наше, солистка группы Ирина Кан. Юлия сейчас у нас прямо в телефонном эфире. Приглашайте дальше, Юлия. Да, и поэтому хотим, чтобы пришли, нас услышали и отдохнули. Юля, а как ваше самочувствие? Ну, лечусь, лечусь. Я думаю, что завтра будет намного лучше. Голос будет, все будет. Да, поэтому меньше говорите. А есть еще вот этот мох, как он называется такой? Исландский. Ирландский мох, да. Исландский мох. Исландский. Меня Алина поправляет, у нее уже друг там в Шотландии живет. Она не стала с ним связывать свою судьбу. Но мне, исландский... да, мне на днях про него сказали, поэтому я вот завтра с утра пойду покупать исландский мох. И он очень помогает. Заваривайте и пейте. Он убивает всю микрофлору. Хорошо, хорошо, обязательно. Берегите здоровье, будьте все счастливы. Спасибо, Юлечка, выздоравливайте. Спасибо огромное. Хорошо. Спасибо. Придете к нам еще обязательно, Юлия. Спасибо. Приятно, да, ведь? Конечно. Юля выигрывает, пригласите на билет. Тогда Юля будет сидеть в зале, кто же будет петь? Тимур. Тимур. А Тимур, кстати, что-то да, давно не выступал. Почему? Я вот 1 декабря выступал. Ну не у нас же в программе. Нет. А я что, у меня 2 притопа, 3 прихлопа. Все. Ну, как бы, а по поводу концерта группы Ирина Хан, то можно точно сказать то, что вот, приходя на концерт, там, заряжаешься вот этой энергетикой. Очень мощная, сильная энергетика прям. И зритель это чувствует, идет самоотдача между зрителями и артистами. И такой получается классный драйв. И... Да, конечно, это еще живая музыка. Интерактив со зрителями. Да. Да. У нас нет ведущей, мы сами будем напрямую разговаривать со зрителями. Так а я не представляю, а как бы вы с ведущим? Вы еще... Выйти в галстуках и в костюмах. Не, ради прикола можно это сделать, обыграть. Но это явно не ваше, да? Ну, кстати, интересная идея, да. Можно попробовать. Ансамбль, государственный ансамбль, песни там чего-то, песниры. И чёрт по союзу. Вокально-инструментальный ансамбль Ирины Хан. А вы с этого поди начинали, нет? 17 лет назад. Нет, мы начинали вообще... У нас больше транс-музыка была такая. У нас был виолончель, был барабан, я и Юля. Все. Ну, Юля голос, а вы? А потом уже и басист, и гитарист. А сейчас у нас вон еще и клавиши есть. То есть звук уже очень плотный. То есть интересный, красивый уже, богатый. Ну вот когда-нибудь вы возьмите своего звукорежа, всю свою аппаратуру и к нам в нашу уютную студию. Да, с удовольствием. Да. Да. И мы сделаем звук, и будет красиво. Да, ближе к пенсии, наверное, появится здесь уже.
Я думал, гораздо раньше. А у нас осталось 1.5 минуты. Чем будем завершать? Владимиру отдадим пригласительный. Ну да. Ну я думаю, что да, как бы. Ну, у него 53 года, он. День рождения столько. Да. Владимир, завтра с 9 часов утра можете подойти к нам на улицу Советскую 32. А мы даже вам позвоним, вы же оставили номер. Ну, в общем, пригласительный на 2 персоны отдадим Владимиру. Владимир, если не пойдете, лучше сразу откажитесь, мы кому-нибудь другому его отдадим. Что? 50 секунд. Спасибо, что пришли. Еще раз проанонсирую. Даже мало пел, я много говорил. Ну что, 6 декабря, это завтра, 18.30, приходите на сольный концерт этно-рок-группы Иренек Хан. Да, большой зал центра имени Кадышева. Там побелили фасад. Да. Там теперь красиво. А внутри? Тоже. Ну и все. Все, ждем вас. Мы уходим сегодня, прощаемся с вами. Увидимся завтра утром в 8 утра. Мы еще утром расскажем про Ирина Хан концерт. А вам большое спасибо, что пришли, уделили нам время. Чуть-чуть улыбайтесь. Вы же позитивные парни. Спасибо. Час мэра через несколько минут на нашем канале.